Дербентском районе состоялось совещание по вопросу хода подготовки сельхозпроизводителей республики к сезону уборки и переработки винограда. Участие в нем приняли сотрудники профильных органов исполнительной и законодательной властей, руководители муниципалитетов и виноконьячных заводов. В ходе совещания было озвучено, что Дербентский район – лидер по валовому сбору винограда, потому что каждый год здесь собирается до 35% от общего объема по региону. Стоит отметить, что в этом году закладка новых виноградников в Дагестане была реализована на площади свыше 600 гектаров. В конце августа сбор составил более 26 тонн, что является показателем опережения на 14% по сравнению с прошлыми периодами. Многие районы Дагестана имеют значительный ресурс и инвестиционный потенциал для развития виноградства и винодельческого производства. Присутствующим также рассказали об отборе заявок получателей субсидий на стимулирование развития в этом направлении. Общая сумма составляет около 350 миллионов рублей. По итогам встречи участники обсудили проблемы, связанные с уборкой и переработкой винограда и формирование цены реализации на переработку, а также озвучили мнения и предложения развития отрасли, внесения изменений и многое другое.